В столичном регионе сегодня открылись развалы с арбузами и дынями. Только в Москве таких точек почти 250. Именно сейчас в продажу поступают лучшие бахчевые, созревшие под ярким солнцем Кубани, Астраханской, Ростовской областей и других южных регионов. В этом году, благодаря жаркому лету, арбузы особенно сладкие и полезные. Роскачество уже провело проверку и не выявило ни одного случая повышенного содержания нитратов. Именно поэтому специалисты настаивают брать сладкий товар лучше у официальных продавцов, у которых уже с утра нет отбоя от покупателей. Надеюсь, в этом году еще больше съесть вкусных арбузов, чем в прошлом. Я прям жду целый год этот сезон, уже весной начинаю чувствовать вкус арбуза, жду, хочу. А тут официальная точка, это надежно? Разрезать бахчевые при продаже запрещено, да и не нужно. Определить качество можно просто, осмотрев покупку. При постукивании спелый арбуз звенит, ну а дыню лучше всего выбирать по аромату.